В Видном в 27-й раз прошел многожанровый фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества «Веснушка». Главным организатором выступил Центр детского творчества «Импульс». В кинотеатре «Искра» состоялась выставка лучших работ и награждение победителей. Сегодня у нас все победители выставили свои работы, и на сцене у нас будет гала-концерт. Это дети, которые участвуют в творчестве вокальном, в хореографическом, в творчестве, которое можно показать в концерте. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 2500 человек. Свои работы подготовили как воспитанники «Импульса», так и учащиеся образовательных учреждений округа. На стендах экспозиции были представлены поделки из глины и папье-маше, мягкие игрушки, сделанные своими руками, и, конечно, художественные работы. За свою картину диплом получила Алиса Клепикова из Видновской детской школы искусств. Я работала над ней минимум 3 дня. Вначале я рисовала ее, намечала, где она, потом все прорисовывала, где что, и потом стала раскрашивать, подбирать тона, конечно же, с помощью своего руководителя. Занимаются юные художники в ДШИ под руководством преподавателя Ксении Мироновой. Кто-то смотрел образцы великих художников, кто-то изображал натюрморты, кто-то портреты. То есть все работали над своими любимыми жанрами, что немаловажно. Всего обладателями дипломов победителей в разных номинациях стали 715 человек, а 63 участника получили гран-при. Их награждение проходило в Большом зале во время праздничного концерта. 27 лет конкурс живет, и дай ему Бог жить еще столько и еще больше. И я сейчас хочу, чтобы все вместе мы поблагодарили Центр «Импульс», руководителя Анну Владимировну, за то, что они являются уже 27 лет организаторами бессменными такого замечательного, творческого, креативного конкурса. Спасибо. Поблагодарим. Спасибо большое. Дипломы вручили лучшим танцорам, победителям вокального конкурса, конкурса чтецов и многим другим. Молодежь Ленинского округа всегда славилась своей активностью, а благодаря таким традиционным конкурсам есть отличная возможность развивать свои таланты. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.